За хрупкими на вид, но сильными плечами девушек сборной команды Самарской области по спортивной аэробике не один десяток соревнований. Теперь им предстоит взять еще одну спортивную цитадель. Тренировочный сбор нацелен на победу в новом турнире – гимнастрада. Но чтобы примерить на себе медали, сначала нужно записать видеоролик своего выступления и отправить его на суд компетентного жюри. Мы очень хотим пройти отбор и попасть в дворец Ирины Ильиной Русмановой. Нам хочется сделать жизнь более разнообразной и яркой. Второй этап соревнований очные. Лучшие танцевальные и спортивные коллективы Самарской области разыграют путевку на всероссийский финал, который пройдет в Москве в середине июня. Чемпионы определятся в трех номинациях – танцевальный марафон, общая гимнастика и гимнастические виды спорта. Девочки-спортсменки по спортивной аэробике различного уровня. Есть члены сборной команды Самарской области, есть начинающие спортсмены. Тем не менее, гимнастрада объединяет всех, какую-то общую цель рисует. Ну и готовимся все вместе к фестивалю. Решение о том, что Самарская область будет участвовать в новом всероссийском турнире гимнастрада, принял губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Ее Международная академия спорта проводит эти соревнования в рамках нацпроекта «Демография», инициатором которого является президент России Владимир Путин. Уникальность проекта заключается в том, что попробовать свои силы может любая команда, как любительская, так и профессиональная. А возраст участников впечатляет – от 5 до 20. 28 лет. Сергей Кизоркин, события.